Сейчас будет жест. Я готов писаться. Я ведущий. И у меня непростая профессия. Я работаю с людьми, с разными людьми. Мне нужно прийти в незнакомую компанию, завоевать их доверие, сделать им праздник и, уходя, оставить позитивные впечатления. Собираясь на мероприятие, я всегда переживаю, как впервые, поскольку никогда не знаешь, как пройдет праздник, какие будут гости, на что они реагируют, с чего смеются. И в этом вся авантюра. Я занимаюсь своим делом уже много лет. На протяжении всего этого времени ко мне обращаются люди, которые знают, чего хотят. Ко мне обращаются люди с высокими требованиями, с пониманием того, каким должен быть качественный праздник. Они уже чего-то достигли в жизни и могут себе это позволить. Лично для меня показателем артиста является то, что его приглашают работать к себе на праздники его же коллеги. Фотографы, видеографы и даже ведущие. Это является показателем, потому что они видели всю работу изнутри, и им есть чем сравнить. У каждого ведущего должен быть свой оригинальный стиль. Мой – это современная классика. Умение импровизировать и мгновенно ориентироваться в любой ситуации, не снимая пиджака. Мне кажется, что настоящий профессионал должен быть готов провести любое мероприятие, от стрит-фестиваля до свадьбы или дипломатической встречи. Иногда приходится делать больше, чем входят в твои обязанности, и ты будешь прилагать максимум усилий, чтобы праздник получился. А праздник получится, когда все сработает как один механизм – ресторан, гости, музыканты и ведущие. Работа в любой сфере требует постоянного саморазвития, и я стараюсь также не стоять на месте. Говорю на трех языках, и мне нравится работать за границей. Пробовал себя в Болгарии и Германии, и не собираюсь на этом останавливаться. Как по мне, ведущий должен быть примером. Хорошо выглядеть, быть эрудированным и ориентироваться во всех новостях и трендах. И, что самое важное, всегда быть в хорошем настроении, несмотря ни на что. Я на 100% уверен, что у каждого ведущего есть свои заморочки. И у меня они тоже есть. Я, например, люблю вести статистику опозданий. То есть записываю в сценарий, насколько задерживается праздник. И я вам скажу, люди редко бывают пунктуальны. На благотворительные вечера всегда одеваю белую бабочку. И у меня до сих пор хранятся сценарии всех праздников. И за столько лет их накопилось уже прилично. Если задуматься, это уникально. Мы разделяем с людьми самые важные моменты их жизни. Крестины, дни рождения, свадьбы. Наверное, быть ведущим – это мое призвание. Я ведущий. И я люблю свою работу. Эй, бабка, скажи, чё почём? А ну-ка, дай занюхать, сейчас мы... А что я сестра? Say no more, anytime she goes away.